сравнивать, не мы сравнивать то, что движется в атмосфере, и то, что движется в вакууме друг с другом. Так давайте, пусть они едут на своем транспорте в атмосфере. Я, кстати, лет 40 назад начинал именно с этого, с вакуумной трубы. И свой юнибус я помещал в вакуумную трубу. Потом понял, что это на данном этапе не нужно делать. Я отложил на далеко-далеко будущее. По целому ряду причин. Представьте, что вы едете в вакуумной трубе, и у транспортного средства некая течь образовалась. Вы знаете, как погибли три космонавта? Спускался когда аппарат с орбиты. Из аппарата стал с кабины выходить воздух. И они не могли понять, что происходит, и думали, что люк плохо закрыт. Один из них закрывал люк и даже кожу содрал на руках. Оказалась причина в другом. И когда они это приземлилось, начали стучать, чтобы они вышли, они даже не отзывались. Они умерли за минуту. Кровь вскипела. А у них, оказывается, сработал клапан, который соединял кабину, аппарат с атмосферы, но он сработал выше, там, где разряженные слои, и стал воздух водить и выше. Так вот, если произойдет в этой кабинке вот такого рода сбой какой-то, трещина, неплотно дверь закрыли, все пассажиры умрут в течение нескольких секунд, десятков секунд максимум. Никто их не спасет. Потом, когда рисуют те транспортные средства, которые движутся в трубе вакуумной, то мне просто смешно на это смотреть, потому что понимаю, что это рисовали абсолютно безграмотные люди, они не инженеры. Вы знаете, какое давление на квадратный метр, когда разница в одну атмосферу? 10 тонн. А вот представьте, нарисую дверь, там 2 квадратных метра, тоненькая, какой-то жести сделана дверь, на нее нагрузка 20 тонн. И выломать эту дверь вместе с петлями и со всеми уплотнениями. Рисуют какие-то кабины, ее сдеформируют от разного давления. Поэтому это рисуют не инженеры, а дизайнеры, которые не понимают физики. Поэтому в том виде, как они рисуют, эта система неработоспособна. Но если сделать работоспособной, то цены будут, я думаю, за 100 миллионов долларов за километр. И там получается огромный комплекс проблем. Даже вы зайти туда и выйти, значит, надо... Какая-то переходная камера, то есть вы должны заехать транспортное средство туда, шлюз какой-то, да? То надо закрыть, это открыть, так же, как космонавты выходят в космос открыто, да? Знаете, просто даже сесть и выйти, как это сложно. И когда взять все энергетические затраты, чтобы получать вакуум, там, да? Повысить безопасность, там, другие вещи сделать, так получается, энергозатраты будут сравнимы с нами. Но у нас безопаснее, эффективнее. Я хотел бы двигаться на высоте птичьего полета, не как птица, вот видеть окружающую среду. А там что будет? Труба, клаустрофобия. Многие люди боятся вот это замкнутого пространства. Вот как с ними? Поэтому пусть делают. Получится? Ну так получится. Но я знаю, что СКВ лучше.